Шымкенте предприниматели необоснованно переплачивали налоги за рекламу. С заявлением один из бизнесменов обратился в антикоррупционную службу. При проверке выяснилось, что представители управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений завышали площадь наружной рекламы, по которой налоговики рассчитывают ставки. Ущерб за одно рекламное объявление превысил 100 тысяч тенге. После вмешательства департамента необоснованную сумму налога предпринимателю возвратили, а недобросовестного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. В территориальный департамент антикоррупционной службы по городу Шымкент поступило обращение предпринимателя, который просил рассмотреть законность начисления налогов за размещение наружной рекламы. При разбирательстве оказалось, что должностные лица управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений завышают площадь рекламы, по которым сотрудники департамента государственных доходов рассчитываются ставки налога. На сегодняшний день все денежные средства, свыше этого около 100 тысяч тенге, возвращены на счет субъекта бизнеса. В последующем, по рекомендации антикоррупционной службы, сотрудники управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений привлечены к дисциплинарной ответственности. В то же время, пользуясь данным эфиром, хотел бы попросить предпринимателей, которые не согласны с решением госорганов, просим обращаться в колл-центр агентства по номеру 1424 или обращаться в территориальный департамент по городу Шымкент по адресу Хазбек-Би 3.